карточками. Сегодня у нас второй случай. Да, только началась эта встреча, и судья сразу обозначил допустимый уровень фолов. Мяч в воротах, рикошетом от голкипера. Чего-то подобного можно было ожидать. Стандарты он очень здорово исполняет. Да, такой маленький футбольный шедевр. Этот гол обязательно окажется в футбольных хит-парадах. Удар. И это просто шедевр. Спокойненько закатывает мяч в сетку. Издевательски просто. Но ведь ему позволили это сделать. Позволили получить мяч, пройти к воротам и сделать то, что он сделал. Да, покуражился парень, но особо стоит отметить, конечно, его технику.